Как вы узнаете своего участника, будучи к нему спиной? Как понять, что это он, ваш человек? Ох, не знаю, вот вы задали какой-то. Задали, простите, трудный вопрос. Что нужно сделать участнику, чтобы вы нажали на ту самую красную ниточку? Когда программ дает возможность раскрыться опять, так сказать, да, и вот были даже предметы, когда известные исполнители приходили и восстанавливали себя каким-то образом. Все правильно происходит. Взгляда ты его проводишь, день весь как во сне проходишь. За шейку, за шейку, за шейку, за шейку, за шейку, за шейку. Ну вот, в нашем репертуаре, кстати, очень много итальянских песен, и нам удалось поучаствовать, например, в конкурсе «Итальянские вечера в России». В жюри сидели очень знаменитые артисты из Италии, и мы стали победителями в конкурсе. Он проходил в Туле у нас на родине. Просто так спеть и уйти опять в небытие там куда-то, в свою квартиру, это такая блажь. Ведь надо спеть так, чтобы поехать куда-то дальше. Да? Его создала моя двоюродная сестра Лариса Гермаш, город Волгоград, по моей просьбе. Она сделала это обычная работа, и мы хотим от души подарить ей. Потому что он с этой роли прославился. Карьера началась вот с этой роли, и как-то мы хотим это преподнести. Я просто опустила руки уже. Что это такая тяжелая задача? Почти выполнена. Как будет? Говорят, прям рулетка. Посмотрим, что будет дальше. Мы только в начале пути.